Вот такая улочка. Кафе расположены. Там даже бегает вот такой большой таракан. Извините. Ирина, бери папу за ручку. Как крабик вот тут, да. Турецкие тараканы и крабики очень быстрые, прошу заметить. Таракана? Конфетки. Вот такой оранжевый леденец. Вкусный? Апельсинчик. Вкусный? Вот мы вышли на эту улочку. Сейчас как раз вот та длинная будет. Все тут так компактно, близко. В любой магазин вы можете сходить. Ну, отдыхая в Авсаларе, все, что вам нужно, вы можете здесь купить. Начиная от одежды, заканчивая сувенирами, прогуляться. Можете съездить в Аланию, можете посетить пляж Клеопатры. Транспорт ходит хорошо. Ну, вот так. Приезжайте в Авсалар. Что? Правда, если будете ехать в автобусе, будьте аккуратны, а то когда водитель будет говорить «сядьте, плиз», а потом какой-то грузин «хочешь проблем? Сядь, плиз». Сейчас я расскажу. Вероятно, в связи с карантином в автобусах нельзя стоять в проходе. Надо обязательно сидеть на сидячих местах. И мы столкнулись вот на днях с такой ситуацией, когда водитель просил очень просил, чтобы пассажир сел, а он с ним ругался, огрызался и не хотел садиться. Но в конце концов он все-таки сел, и мы поехали. Такое как бы правило: в автобусах ездят в масках и обязательно сидят на местах, сидячих не стоят в проходе. Вот так. Будьте внимательны и соблюдайте правила, когда вы приезжаете в другую страну, потому что, ну, зачем вам лишняя проблема, зачем нарушать правила? Да? Это такое тоже может быть. Так, нам надо сворачивать где-то здесь. Ну вот эта улица, вы видите, вышли на эту длинную улицу. Возле мороженого, да, вот кафе, и мы повернем возле кафе и будем идти в сторону отеля Азура Делюкс, где мы сейчас отдыхаем. Вы видите, сейчас у нас 22:48. Турция 2020, отдых на карантине. Приезжайте в Турцию, здесь вам рады. Ну, конечно же, и вашим деньгам. Так, нам сюда, папочка, да. Нет, не сюда. К зонтикам идем. Ой, пипи, смотрите, я так хочу на такой штуке покататься, но уже в другой раз. Смотри, он покрашен. Конечно, покрашен. Язычок будет оранжевый. Угу. Ого! Где ты его там прячешь? Все, мы довольны. Мы сегодня еще купили пешмани. Пешмани 450 грамм, стоит $2. Ну, что-то совсем дешево. Обычно мы по 3 покупали, но видите цены. $2 это вообще шара. Да? Вот наш продавец пешмани сидит здесь, ждет гостей. А мы идем в сторону Азуры. Это у нас гранаты светятся. Спасибо. Снимай давай. А мы уже сняли, да. Мы купили пешмани у вас. Да, я помню. Просто... Мы сняли, вот, смотрите, граната сзади светится, и тут красавец продает. Красавчик. Как зовут вас? Мухаммед. Мухаммед. Он приглашает. Жасмин сувенир. Жасмин сувенир. Я всем предлагаю сюда гости чай попить. И чаем угощает. Кофе, кальян. Да, и мы тут купили пешмани.
как гостеприимно очень, да, встречает нас. Всегда свежий, вкусный, полезный чай, кофе, сладости. Все есть. Когда будет время, вы тоже заходите, попьем чай. Хорошо. Есть время? Пока нет. Хорошо. Уже вы сильно поздно. Вы что, здесь? Почти. Завтра. Завтра уже? Да. Ну, когда Но мы вернемся. Чай здесь, заходите, попьем чай. Хорошо. Вот. Гранатовый чай очень вкусный. Очень вкусный гранатовый чай. Да. Вот эта торговая лавка находится напротив гранаты. Вот она там светится, видите? Давай. Ирина. Ирина. Ирина, браслет тебе дарят. Да. Смотри. Ой. Классно. Спасибо. Здравствуйте. Хороших вам покупателей. Спасибо. Всех благ и хорошей торговли. Спасибо. Это у вас YouTube-канал, да? YouTube-канал «Вот так, Kids». Как? Вот. Ага. Тоха, покажи, как пишется. Новый подписчик у нас, смотрите, вот. И магазин, конечно, рекламируем. Видите, у нас реклама бесплатная. И вот светится. А, и сверху вам такой указатель, зонтики. Видите? Ну, достаточно дешевая пешмани. Больше мы ничего не покупали, но хозяин довольно-таки приятный. И приглашает на чай и кофе. Я тоже буду поздравить. Хорошо, хорошо. Вот. Все. Заходите в гости. Так, все. Пока-пока. Пока-пока. Берегите себя. Берегите себя. Все? Вот так бывает. Очень гостеприимные продавцы. А вы заходите в магазин, посмотрите, может, вам что-то понадобится. И браслетики там даже есть. А, Ирине просто подарили браслетик, да. Ну, такую рекламу. И мы выходим на нашу улицу. Тут опять играет музыка. И вот видите, гранада. Напротив гранады вы поворачиваете сюда кулочки вглубь. И есть такой магазин сувениров. Аккуратно. А свой браслет я покоснула. Почему? Ты спрятала? Да. Нам налево. Нам подземный переход налево, и вы окажетесь в отеле «Азура» или «Гранада». Точнее, вы окажетесь между отелем. Азура и Гранада. Все, поздний вечер. Всем хорошего сна. Может, у вас тоже вечер. Ну или хорошего полета, если кто-то думает, как мы, в час ночи выехать в такси в аэропорт. Самолет, и потом в 5 часов утра вылет на самолете. И так почти сутки без сна, да? Ой, а что тут темно? Тут что-то темно. Все, мы в таком подземном переходе, который находится, видите, туннель такой. Благодарю за просмотр. Всем удачи, ваша Наташа и канал «Вот так, Kids». До скорых встреч. Пока-пока.